сейчас проделал тот же путь, который, в принципе, сегодня проделал Евгений. Вернемся из Рязани в Каширу. И, кстати говоря, хотелось бы уточнить то, что Евгений так бы не смог добраться до этой сцены, если бы не Вячеслав Калужный, который является членом Каширского литературного объединения «Инцидиат», которого встретил у Макдональдса сегодня, поэтому очень повезло. Ну, рязанцы, они все такие, они как его вид туда едут. Так вот, мне очень приятно пригласить на сцену руководителя того литобъединения, о котором я сейчас сказал, «Зодиак», Андрей Тернов, являющийся членом Московской городской организации «Союз писателей России». Андрей Тернов. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что Московская областная организация в виде интернет-радио «Серебро слов», ну и, конечно же, Денис Наев и Сергей Клюшов, с которыми, так сказать, судьба нас связывает уже больше года, я так понимаю, вообще. И я думаю, что и будет дальше связывать, куда мы друг от друга денемся. Так что я рад, что сегодня в нашей родной Кашире такой прекрасный праздник. Ура, товарищи! Дело происходит в Кашире, а это, я так понимаю, гастроли интернет-радио первые. Наверное, не случайно выбрали Каширу. У нас столько талантов, сколько поэтов, так сказать, композиторов, бардов. Вот. Ну, так как дали слово выступить мне, ну, прочитаю, так сказать, о том месте, где мы находимся. Мы находимся, конечно же, в Кашире. Но так как сейчас Кашира, Каширский район объединили, это уже Каширский округ. Вот, так сказать, Каширский район, так сказать, ну, каширянам, наверное, много известно уже об этом стихотворении «Каширский район», а, так сказать, гостей хочется познакомить с нашим Каширским районом с литературной точки зрения. Ну, настолько замечательных сел и весей, которые своим названием говорят сами о себе, о своем характере, поэтому просто, так сказать, прочитаем. Хитровки стелют понизье, столь гладкое, крутят романовское украдкой, сблизит кого-то досуг на завале, и к новоселкам, как свадьбу сыграли, не потерять бы в пути ожерелье. После кирельки хочется перья, мутит зеленое Глебово Змиево, благого будет большое любилово. Где-то вдали затаилась и злобина, та Тушекупова любит особенно. Но не умри, жилки люди неистовы, хоть и Малеева гложет корыстого. Горки, что на сплетни бесово, Кравченки, мы на Поклонцево, да на Караченниках свили. Венец в Остроге из Тернова. Тем, кто собрался в поход за Рунова, в пятницу кто-то дойдет до Кипелова, но на рожнов плесть, это для смелого, Туруднева верить все себе, да на Умовское, бит Парабанова, дело-то дружеское, но не разбилось, корыть бы заново, всходов Семенкова, а нету в Суханово, не соберем ни мешка мы, ни Кулина. Только Алай, напекут ли нам? В коли бездомненьки стал ты бродягою, то собери в батькополе ты ягодню. Но не найдешь ты у клубня сразу, жалит зато пчеловодные сразу. Средь Елькино не болтайся ты дикого, там Чишкино может вырвать Топтыкова. Послинка Каменки встретишь Козлянина на Веревской его и к Селянину, чтоб обменять Козьякова на Маслова. И к Богатичеву гости отпраздновать, там ты покажешь Топканова с плясками, все на тебя будут глазки Тарасова. Бурцева, если чего, как Сорокина, не беспокойся, что вдруг тебя Кокина. Коли совсем поскочи, сыпь Епишина, тоже Лизнятов все будет не лишнюю. В
выпьешь легко ты пузатого Зубова, если дубинка твоя стародубова. Будь ты Перфильмова, будь ты Макарова, нужно всегда отвечать за базар. Песню нашего автора. Вот как и связаны с интернет-радио «Серебро слов». Прежде всего, песнями нашего автора Галины Петровны Абакумовой. Сейчас она болеет, дай бог ей здоровья. И автор музыки Сергей Горячев, вот, ну, как-то не попал сюда. Я ему звонил вчера, ну, не смог попасть вроде бы, а может быть он здесь. Здесь? Нет? Нет? Работает. Все ясно. Ну что ж, тогда я спою эту песню «Великая Россия», слова Галины Абакумовой, музыка Сергея Горячева. Великая страна, Россия, гордится весь народ тобой. Твоя непобедимая сила, с которой шла смертельный бой. И дух сломить никто не в силах, одолеть еще трудней. И каждый помнит образ мира, любимой родины своей. Россия, ты великая страна. Россия, сердце родины Москва. Россия, неподкупна и сильна, такая только ты одна. И как враги бы не старались унизить или оскорбить, им никогда не удавалось страну Россию победить и не отнять любовь народа. Верна ты у нас сильна. Россия, ты великая страна. Россия, сердце родины Москва. Россия, неподкупна и сильна, такая только ты одна.